Давайте тогда поговорим непосредственно о том, о чем... для чего он необходим, что будет, если мы не... будем организовывать личный товарооборот, сколько его нужно делать, да, именно конкретно сколько, и как его делать, да, как научиться организовать личный товарооборот. Давайте тогда договоримся, буду что-то спрашивать, вы мне, пожалуйста, тоже отвечайте, потому что... что-то, плюсики пишите, спрашивайте, если что-то непонятно, ладно? Пожалуйста, мне обратную связь, что вы меня слышите, видите, понимаете, что я говорю, что вообще меня слышно, что я у вас не пропал случайно. Пожалуйста, напишите что-нибудь. Жду обратной связи. Слышим. Ага, хорошо. Что нам дает компания Reflame? Reflame нам дает... Да, я думаю, все вы пришли сюда зарабатывать. Наш доход зависит от того, какой пропадает. Да, ну, видимо, да, у вас, наверное. Вот, и то, каким количеством людям, да, какому количеству мы передадим информацию. О том, как можно заработать в компании Reflame. И, собственно, конечно же, от товарооборота. То есть, если презентацию все смотрели, я думаю, да, все уже очень много. Да, то есть, в компании заработать можно, ну, а компания Reflame нам платит с товарооборотов, которые мы для нее организуем. Стесняются. Организовать товарооборот – это не значит начать продавать. Для того, чтобы научиться организовывать большие товарообороты, ну, для того, чтобы заработать, да, такая средняя сумма по России зарплата, нужно организовать. Тысяч рублей. Да, я думаю, вам всем эта цифра понятна. То есть, есть сумма 250 тысяч организуй, компания тебе заплатит 25-30 тысяч за 3 недели зарплату, да, доход. И плюс компания начинает эти деньги, конечно, премии. Да, премии, бонусы – это отдельная тема, не буду ее касаться. Свой интернет-магазин, свой личный кабинет наполнять, покупать. Этих людей регистрируем через свой именно личный кабинет, это важно. Собственно, он может зайти на общую платформу oriflame.ru. Размещать заказы, что-то себе покупать, да? Либо заниматься продажей, много это не значит лично продавать, да, ребят, это вам тоже понятно. Вот. И если общая сумма группового товарооборота 250 тысяч, с этого момента компания Reflame вам присваивает квалификацию директор, да, люди с этого дохода уже увольняются с работы. Можно начать приглашать дальше, можно обучить, хорошо обучить. Ваша планка в доходах тоже будет увеличиваться, да? А это немаловажно. Делать все от и до, с утра рано приходить на работу, все
Вот, ребят, я думаю, это понятно, да? Вот, ну, собственно, если у нас есть свой личный кабинет, то понятно, что компания Oriflame делает все возможное, чтобы нам было намного выгоднее покупать у себя в интернет-магазине, да? Компания Oriflame нам с этого тоже деньги платит. Определенный доход, как с группового товарооборота, так и с личного. В зависимости от того, какой он. Да, если маленький какой-то, моя покупка лично маленькая, компания мне дает скидку. Компания Oriflame нам дает скидку 20 плюс 5% скидку. Это огромная покупка. То компания Oriflame нам дает скидку 20 плюс 3%. То есть, если я только начинаю делать, да. Если, ребята, эти проценты посчитать в деньгах, купить что-то себе на 6 тысяч рублей, даже если это вам выгодно, да? На 6 тысяч рублей, там, витаминов, продукции какой-то. Напишите, пожалуйста, вы можете каждый вот из вас может лично купить себе на 6 тысяч рублей там продукцию витаминов, продукции здорового питания, да, там шампуни, зубных паст, я полностью согласен. Значит, собственно, здесь нужно включить голову. Если скидка большая, как поступает компания Oriflame, да? $150. Компания Oriflame нам выплачивает уже доход. Только я вот, к примеру, зарегистрировался в компании Oriflame, сделал себе какую-то покупку на 6 тысяч рублей. Часть из этих денег, примерно 500 рублей, возвращаться мне на или так, ребята, так, первый заказ буквально, я вот на этих примерах, да, говорю. Да, нужно научиться организовать его. Как мы всегда говорим, заказ на любую сумму, будь то зубная паста, зубная щетка, да. Только пришли делать заказ, если на 1000 рублей, не доставка, и регистрация. Комфортную сумму, которую я могу, что мне нужно из продуктов необходимо. Было выгодно. И что мы делаем дальше, да, то есть выбрать себе наиболее оптимальные продукты, которые мне нравятся, попробовать что-то, купить одно, купить другое, через месяц следующее купить, да, к примеру. Вот, выбрать эти продукты, и в результате нужно просто научиться перейти. Во-первых, мы сотрудничаем с Oriflame, да, как это непонятно, работают. Чтобы вам было выгодно, чтобы вам денежки возвращались по многу. Начинаем приглашать людей. Собственно, люди будут делать то же самое. Они... Вот. Если человека приглашаем на бизнес, человека приглашаем. Компанию, да, к вам в команду, да, я думаю, тоже вас не все приглашают. Вот я всех у меня там времени нет бизнесом заниматься, у меня нет времени людей приглашать. Интересует, слушай, у меня вообще в Oriflame есть скидка. Скидка.
хорошая, 20%. Если что-то тебе нужно будет, да, ты обращайся ко мне, потому что что-то в магазине купишь, здесь ты купишь проверенную продукцию, тем более тебе там посоветуешь. Отказываются. Мы человеку предлагаем, делаем из него опыт. Он полистает, неделю у него этот каталог полежит, через неделю, поверьте мне, либо это... Вам напишут, скажут, вот купи нам, да, мы не хотим даже регистрироваться, купи нам что-то. Сейчас вот по слайдам, да, формула бизнеса простая, ребят. Вот поверьте мне, да, то у вас не будет группового товарооборота. Если сам не делаешь, нельзя людей приглашать. Люди, они все видят, люди. Они все знают. И, собственно, если вы приглашаете людей, думаете, сейчас я вот нарекрутирую, наприглашаю, люди будут что-то покупать, и потом я сделаю что-то покупать себе. Да, зубная паста, да, зубная щетка где-то. Думаю, все понятно. Групповой товарооборот – это сумма всех за. Reflame платит за организованные товарообороты, да? Вот товарооборот. Вот смотрите, если сумма компании Reflame вам присваивает квалификацию консультанта 3%. Ну, в среднем, да, вот в среднем по доходу, вот по таблицам, да, то есть берем, возьмем по минимуму, по 700 рублей, там примерно рублей 500, да, то есть если вы организовали товар, если ваш товарооборот групповой 15 тысяч рублей, там 700-900. Если ваш групповой, ваша зарплата примерно 1000-1500. Ваша зарплата 3000 рублей. То есть вот видите, это самое начало, да? За 6. Поэтому вот какие-то планочки в себя в головах, если у вас есть, убирайте. Да, поймите, что нужно стартовать сразу, нужно делать сразу, нужно приглашать людей сразу и быстро этому научиться. Да, то есть вот старший менеджер 22%, это групповой 7%. Бонус баллов, товарооборот примерно 200-250, ваш доход в среднем от 20 до 30 тысяч рублей. Плюс в этом $1000 по курсу. И плюс 50 тысяч рублей за звание. Вот, да, там 200-250 тысяч рублей вы получите. Ваша зарплата примерно 50 тысяч за 3 недели. Да? Помогая вашим партнерам приглашать, обучать. Вы будете расти, да, золотой, старше золотой, сапфировый, вот, то есть в Reflame, ну и
Собственно, да, про путешествия уж тоже не говорю. То есть вот доходы с уровня директора, справа колонка, вы видите, какие премии. Да, если новички, но я думаю, уже все, наверное, там подобно первая пришла в Reflame Таня, да. Я тогда еще не верил вообще в когда, собственно, увидел, чем она занимается, что здесь какие доходы, какие доходы. ОВД тогда работал там, уже полтора года сотрудничаю тоже с Reflame. $300, да, вот как на консультанте 3%. Потом какой-то веры такой нет, что когда-то вы получите. Сомневается, до конца не верит. На самом деле я вам скажу, что это этап проходит каждый. У каждого, каждый шагает по лестнице успеха, каждый становится консультантом, каждый, да, будет 6%, 9% моим новичкам про личный товар. Собственно, это все такие мелкие трудности, которые. Получая информацию, обучаясь самостоятельно из книг, обучаясь, начинает набирать обороты и действовать. Вот. Как вам такие доходы? По секрету сумму, вот даже наш станет доход за поверьте, когда-то реально мы не могли даже поверить, что можно 20 тысяч. Конечно, мы верим, конечно, мы знаем, мы понимаем, мы хотим, чтобы вы верили. Если будете все делать правильно, если не бросить. Если будете приглашать людей, если будете размещать заказы, покупать что-то в Reflame. Если такого не будет, как правило, да, если человек не делает заказы, вот. Идем дальше. Идем дальше. То есть личный товарооборот вообще это не продажи, да, в первую очередь это наши покупки. Да, для компании Reflame наш. Да? Когда приходит новичок, часто он смотрит такое наименование продукции в компании Reflame, да? И, собственно, сложность возникает, что купить. Да? И наша задача с вами, как спонсоров, как менеджеров, то есть научить человека поменять свой магазин, изменить место покупки. Да, если ты покупал в спаре, то сейчас ты будешь покупать в Reflame. Здесь выгоднее, здесь проверенее, здесь тебе компания деньги платит. Я пил всегда, да, витамины я пил до Reflame. Всегда, то есть... Не то, что всегда, да, весна, осень, вот в эти промежутки времени я всегда покупал витамины, я пил комплимент. Покупал в аптеке, собственно, много было и по телевидению, там, на склад... С витаминами на самом деле мел это. Часто люди отравлялись какими-то витаминами и таблетками, потому что там какие-то запрещенные элементы химически находились. Вот. Мы сотрудничаем с Reflame. А Reflame это компания-гигант, и она работает уже 50 лет, да, в России уже 20 лет. Мы сотрудничаем с Reflame, и мы ее партнеры. То есть компании выгодно, выгодны мы в плане товарооборот для компании, каждый каталог 700-800 тысяч. Да. То есть компании мы выгоднее, компания нас травить ничем не будет. Вот. Собственно, у компании есть, ну смотрите, есть продукция сама Reflame, да, не на заводе, не на косметической фабрике производится витамин.
производят специализированные организации, которые в соответствии с системой здравоохранения может производить витамины, биологически активные добавки. Да, протеиновые коктейли. И, собственно, у нас этим занимается в Германии производство идет, да, витаминов Wellness Pack, обязательную сертификацию GMP. GMP это высокий стандарт, потому что там проверяется все от того заведения, которое от его документов, да, от разрешения, до тех элементов, которые включены в разработку, на чем это все готовится, что производится, из каких материалов, стандарт качества фармацевтический. Вот. Поэтому в этом можно не сомневаться, и человеку нужно донести, да, если приходит новичок, если есть у вас кандидат, если есть у вас человек, который вас просто покупает, да, с помощью которого вы. Такие есть стандарт качества, то что если ты в Reflame покупаешь Wellness, то это 100% проверенный продукт. Если ты покупаешь для ребенка Омега-3, то это 100% проверенный продукт, есть сертификат качества, которому мы можем просто из оговорки все. Человеку нужно четкий ответ давать. Вот. Поэтому мы с вами можем не сомневаться. Когда приходим сами, когда приходят партнеры, нужно человека перепрофилировать, да, рассказать, что теперь нужно покупать в Reflame. Здесь есть дешевле, здесь есть подороже, здесь есть комплект за уходу за кожей там, за 2000, здесь есть набор по уходу за кожей на Novage, где есть целый Reflame институт исследования кожи. Да, где все это проверяется, и вначале все это тестируется, да, перед тем, как выпускаться. Вот. То есть нужно человека перепрофилировать и оккультурить, рассказать, что, потому что с течением времени кожа становится не такой яркой, да, становится тусклой, становится дряблой. И это все влияние ультрафиолетового, да, курения, алкоголя. Собственно, если мы не будем ухаживать, то да, но часто люди приходят далеко от далеки от ухаживания за собой, далеки от витаминов, но мы можем помочь человеку, собственно, определиться с выбором, да, что приобрести, что купить, чем стартовая программа, это классно, что там есть, это нужно пояснить. Почему важно покупать для себя в интернет-магазине Oriflame? Да, всегда тоже говорим. Ну, во-первых, это здесь нет посредников. Да. Если традиционный способ реализации продукта, мы, когда делаем заказ, да, мы зарегистрируемся на сайте. Вам доставляют эту продукцию либо посылочкой домой, либо пункт выдачи продукции напрямую курьер приносит, да? либо пункт выдачи продукции там менеджер, то есть человек, партнер компании, да? Не какой-то там незнакомый. Вот. Экономия, во-первых, да, при регистрации от 20 акций, используя которые можно удобно разместить заказ и собственно, да, посоветовать, порекомендовать это кому-то. Дальше, когда будете расти, ваша скидка будет максимум 50%. То есть вот, да, на уровне директора скидка примерно 50% у вас. Ну, выгодно, реально выгодно покупать. Дальше. Вклад в развитие собственного бизнеса. Если пришли в Reflame, всему своему окружению говорите: я сейчас работаю там-то, да, я сейчас работаю с Reflame,
ты теперь покупаешь там, у меня в магазине, в моем интернет-магазине, не в Ашане. Личный товарооборот вам с этого дохода не спускается. Дальше, высокие технологии. Да, их 5. У нас в Ногинске есть за. Вот, да, Reflame, есть институт исследования кожи, в Эмилёсе есть научно-исследовательский центр, где работают врачи, доктора, Стив Стэн, где работают, да, известный кардиохирург и онколог, вот, люди с учеными степенями, которые с нами, для нас с вами разрабатывают эту продукцию, помогают нам, вот. Экспертов, да, по продукции, то есть много разных вебинаров на. Темы проходят, да, то есть которые нам помогают, да, подобрать цвет, какой цвет там моднее, какой зимой цвет модный, какой осенью, да, на сайте. Сейчас с этим тоже не поспоришь. Можно себе заказать на сайте и продукцию там. Через несколько дней будет у вас дома, собственно. Да, даже можно в магазин не ходить, а самому не забирать. Вот, что еще? Что еще? Зачем мне. Зачем мне нужно делать заказ? Я же пришел работать, деньги зарабатывать. Нужно активировать личный заказ. Что дает активация личных предметов? Заказа? Во-первых, ваш личный номер будет не зарезервирован, а активен в течение полутора лет. То есть сделал заказ. Да, и ваш номер все застолбил. У вас будет, во-первых, скидка в течение всего этого времени. Да? Если вы сделали заказ, дальше заказа вы не будете делать, то у вас будет всегда дисконт. Это как кредитная карточка в магазине. Сходил, получил кредитную карточку, вот то же самое. Получил свой логин-пароль, захожу на сайт, покупаю все со скидкой 20%. И плюс дальше не работает, людей не приглашают в бизнесе с нами. Не. Да, никак с командой не общается и выпадает. Да. Проходит там полгода, к примеру, номер компании не удаляет, потому что человек сделал заказ. Декрет для него стал актуально, он был потребителем, он стал развиваться. Номер компании не удалила. Бывает такое, что партнеры приходят на определенном уровне, уже приходят на 6 или на 9%. Да, то есть он сам ничего не сделал, приходит, у него уже зарплата. Вот. Дальше. Заказ дает вам начисление объемной скидки. Доход. То есть не размещая заказы, вам доход не будет начисляться. Ну и, собственно, дальше через любовь, гордость, веру. Да, повышаем свою компетентность в этой области, чтобы мы сделали заказы удобные, да, чтобы сэкономили. Сейчас идет программа «Недальный зачет. Акция». Она продлится до первого каталога, если не ошибаюсь. Да, до окончания первого каталога, ребят. Вот, что здесь? Да? Во-первых, если делаем любой заказ, ну да, вот я новичок, я пришел, сделал заказ, у меня скидка 20%, я активировал свой личный кабинет заказа, как я могу себе выбрать продукту награду. Вот по такому принципу. То есть купил. Но получил второй фактически. Вот. Ну и приобретение элементарных средств личной гигиены. Это на любую сумму заказ, на небольшую. Ребят, вот сейчас кабинет не активировал. Пожалуйста, напишите однерочку прям. Вот. Ну, чтобы понятно, по крайней мере, видно мне было. Вот. Есть кто не делали заказы? Пожалуйста, напишите. Партнеры. Ну, это на самом деле это классно. Вот поэтому, ребята, прошлые два каталога, иначе они сгорят. Вот. Забывайте про это. Дальше. Да, что нам дает заказ на 100 бонус баллов? Если вы новичок и недавно пришли, у вас есть 21.
день на размещение заказа на 100 бонус-баллов, да, и в таком случае вы проходите по стартовой программе. Что это за программа? Первый шаг. Делая заказ на 100 бонус-баллов, это примерно 4000 рублей. Да, вы получаете набор, одни из лучших наборов, да, на самом деле. Набор за 199 рублей получаете. Вот этот набор, да, там он из нескольких. Классных штучек там состоит, да. Второй шаг, да, следующий каталог. Мы собирали, к примеру, организовали личный товарооборот на 100 бонус, да, пробили, прошли второй шаг, получили набор The One, да. Можно его продать, либо подарить кому-то. Третий шаг, Giordani Gold, то есть, ну, самые трендовые продукты, да, познакомились. И делайте четвертый шаг, классный набор, там гель, шампунь, пена и бальзам. Компонентов бритья, и эклад-шампунь, и wellness-пэк мужской. Либо женский, да, получаете уже Giordani Gold, Novage-сыворотку, туалетную воду эклад женскую. Они реально включаются быстро в бизнес, если вы зарегистрировались не так давно. Насобирайте вот эти подарки, можете даже эти подарки под человека и каждому пообещать по одному какому-то подарку. Вот. То есть... И, собственно, ваши новички, вы будете знать, у вас быстро. Быстрый будет запуск, быстрый старт. Вот. Подарки по стартовой программе выгодны более чем на 13-500 тысяч рублей. То есть реально, реально это выгодно. Не все у нас в первом шаге развесть, может быть, это у меня другие слайды. Второго 2500 с лишним, а третьего 4000. Рублей, да, и четвертого 6000 рублей набор. Есть смягчалка. Ага, спасибо, спасибо. Вот. Идем. То, о чем я вам говорил, 6000 рублей. То есть я уже получил скидка и бонус по премьер-клубу 5%. Ого, да? Сколько скидок? 150 бонус баллов, ребят, это условие начисления зарплаты. То есть, вот 3% это объемная скидка, да, если вы только пришли, и у вас еще никто под вами, да, не зарегистрировался, вы никого не пригласили, вот так вы получите, да, деньги от группового товарооборота, от группы. То есть, реально выгодно. 150. Условия начисления зарплаты на любом уровне. Будь вы директор, 150 баллов сделал, получил со всей своей группового товарооборота доход. Сделал, если доход уже в соответствии от 2 миллионов товарооборота, это примерно 200 баллов. Директорский, золотой и прочее. Вот, а так условия. Личный 150 баллов. Ну, старается делать. Если все сейчас находятся, все слышат, тоже напишите, ребят, кто делает 150 баллов. На самом деле, вот по инфолисту, да, когда мы делаем отчеты, смотрим, то есть, да, конечно, просматриваем, то есть. Во-вторых, они понимают, для чего. Да? То есть, реально, человек, если развивает бизнес, он делает 150 баллов. Есть такие, ага, отлично, спасибо. Остальные, думаю, просто не слышат, вот что я спрашиваю. Потому что, ну, у нас, да, возможно, больше. Последняя была предпоследняя. В
мне планерка была, вот я тогда считал по людям, да, около 70-80 человек из нашей команды, это премьер-клуб, да, то есть те, кто делает 150 баллов. Поэтому сами учитесь, ребят, и учитесь ваших партнеров делать то же самое. Да, тогда будет рост быстрее. Народки в разных странах могут быть свои условия. Там у них старт. Такое, да, какое-то из наборов, другое может быть заменено там другими. Наборами. Буду конкретно смотреть. Не могу вот сразу сказать. Нужно, во-первых, на сайте Белоруссии посмотреть, да, можно посмотреть по стартовой программе. А по программе. $150, тем быстрее будет ваш рост. Да, можно приглашать. А если выращивать именно людей, которые будут работать с вами в команде, то, конечно, это $150 должно быть. Вот. Дальше, 250 бонус-баллов. Это большой заказ на 8750. Много таких тоже ребят, кто научились это делать, у кого вся семья, да, все близкие родственники, да, потребляют Wellness, Innovage и, собственно, другие продукты компании Reflame. Здесь что? Бонус, пример клуба не 5, когда вы делаете 150 баллов. Подряд и часы получаете бесплатно от компании, специальных фуршет, наборы, не наборы, а каталоги по льготной цене, то есть есть свои фишки, 250 бонус баллов, вот. Либо 40 человек, которые научились организовывать свой личный товарооборот. Если человек этого не делает, то есть если человек давно с нами, давно в команде и этого не делает, значит он либо не понял, либо просто он не хочет. Ну, собственно, вопрос в том, что какое будет развитие, что он может дать. Вот. Дальше. Потому что бонус баллов, есть такое понятие, да, внутренняя валюта компании. Она на разные продукты разная, да, то есть на аксессуары он дорогой, на продукции Wellness он дешевле, либо даже правильно. Или Wellness Pack, коктейль и суп. Вы получаете зарплату свою, доход. Бонус балл будет не такой, да, то есть по другой цене. То есть выгодно покупать Wellness и Innovage, потому что компания вкладывает большие деньги в разработки, в изучение этих продуктов. Продукта. Реально это выгодно. Вот, ну и опять же есть разные подписки. Да, это тоже огромный плюс. То есть три покупаешь, четвертый в подарок. Или три покупаешь, четвертый в подарок, и бонус балла тебе начисляется еще. То есть вот как говорить, собственно, это сейчас, да, но. Год, сейчас праздничный новогодний, ребят, ажиотаж, поэтому ну реально подумайте, какой набор из Novage вам купить для ваших близких, супруг, мам. Наборы дорогие, да, это не дешевая косметика, она дорогая, но в плане и цены, да, достаточно стоит, то есть она стоит
у тещи у нашей есть, не нарадуется, запах классный от нее. Но это, конечно, эффект, результат, то есть там всякие есть. Девчонки знают, да, всякие там крем ночной, от глаз, для век, да, там, ну, то есть много разных там тюбиков, каждый для себя, каждый. Одним намажь, потом вторым, потом третьим, все это там закрепится. Вот. Ну, то есть это нужно, да, это нужно для кожи, нужно о себе думать. Ну и, собственно, это классный подарок. Видите, как сделать 150 баллов? Как сделать? Да, уже тоже об этом говорил. Ну, во-первых, покупаем себе. Своим рекомендуем близким покупать через ваш личный кабинет. Договариваемся того, кому-то предложить, либо через соцсети, да, у нас вот у нас делать заказы. Тоже выгодно, да. То есть в любом случае 150 баллов организуем, а тем более нам в этом помогают люди, которые у нас покупают, возможно, со скидкой, возможно, без скидки, да. Это очень удобно. В местах там, на рынках, да, в каких-то таких местах работают. То есть можете просто не дать каталог, она для вас найдет потребителей и получит свои комиссионные. Вы так реализуете. Праздник есть, подарки есть, все в Oriflame. Вот у нас, да. Нет никакой сейчас косметики, продукции не орифлеймовской. У нас все орифлеймовское, и в деревню поедем, в деревню редко едем, у нас уже целая коробочка припасена. Там целую коробочку приносим, и на длительное время хватает. Вот. Конечно, это классно, что у нас есть такая возможность, да, и бизнес вести, и деньги зарабатывать, и причем этот бизнес на чистоте. Да. То есть, на мой месяц нет, опять заказывай. Вот. Это не как резина. Машина, да, там купила раз в 5 лет, все, тебе больше не надо. Если бы мы бизнесом с резиной занимались, представьте, да, что бы мы с ним делали. Вот здесь у нас косметика, и она всегда используется. Либо знакомые купят, либо сами используете. То есть тут, да, в принципе, все и так понятно. Вот, если перенести все на бизнес, да, баллов вы менеджер 12%. 12% можете посмотреть, сколько вы заработаете. Ну, там небольшие доходы. Там примерно 3000 рублей. Если 50 человек у вас, которые делают 100 бонус баллов, то 12 тысяч минимум. Да, то есть уже зарплата очень хорошая. Да? Вот, 50 человек с заказами 100 бонус баллов. Посмотрите все свои бак, подумайте, как сделать, чтобы ваши заказы были выше. Человек с заказом 150 бонус баллов, ребят, люди, которые уже зарабатывают, у которых есть объемные скидки, которые покупают для того, чтобы выкроить, выгадать, а вы уже 7500 бонус баллов, это директор. Получаете 1000 долларов. Плату 30 тысяч за 3 недели, то есть всего 50 человек. Да, понятно, что это не просто потребители с такими заказами, это партнеры. Поэтому, ребят, бывают люди на продукт приходят, потом становятся партнерами, бывают приходят на бизнес, становятся потребителями. Вот, то есть 50 человек всего, да, с заказами 150 баллов, это 7500, вы директор. Вот. Что ваша команда повторяет то, что делаете вы. И вот с этой вот, с этими мыслями идите и приглашайте людей. Ваша команда повторяет то, что делаете вы. Вот подумайте, вдумайтесь в эти слова. Если ЛТО не организуете, то организуйте где? Да? Либо в магазине за углом, либо в своем интернет-магазине «Рефлейм».
reflame.ru и получаем свой доход, либо скидку хорошую. Вот, у меня на этом все. Если вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Вопросы по...